Настає сезон відпусток, відпочинку та приємних прогулянок на природі. Правда, разом із цим задоволенням з'являються і неприємності, одна з яких – кліщі. Активність кліщів починається в травні і закінчується у жовтні. Небезпека цих комах полягає у зараженні людини або тварини різними серйозними захворюваннями. Вони є переносчиками так званих трансмісивних інфекцій. Вони переносять возбудителя цих інфекційних заболівань і проявляються в виде таких заболівань, як энцефалит клещевой, это может быть болезнь Лайма. То есть такие очень особо опасные заболевания, которые могут закончиться порой и смертью. Энцефалит вообще опасен особенно для людей молодого возраста, для детей, для ослабленных людей. Почему? Потому что идет поражение центральной нервной системы, в частности головного мозга. В таких случаях заболевание может развиваться быстро, могут быстро наступать осложнения, и если вовремя не обращаться к доктору, то может закончиться летальным исходом. Заболевание, болезнь Лайма или боррелиоз, может протекать хронически. Вначале идет заражение, поражается кожная покровы, нервная система, костно-мышечная система, затем может поражаться сердечно-сосудистая система. Если же человека при укусе клеща не пролечить, не назначить определенное ему лечение, то оно может перейти, это заболевание, в хроническую форму и периодически давать неприятные ощущения человеку, проявляться различными признаками со стороны нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Від укусу кліщів не застрахований ніхто. Кліщі не стрибають з дерев, а нападають з трави або з низьких чагарників, на яких вони сидять, чекаючи здобичі. Тому без особливої потреби не ходіть по таких заростях. Лапки цих комах чіпкі, а самі вони дуже маленькі. Отже, ви навіть не відчуєте того, що хтось повзає по вашому тілу. Запобігти контакту з кліщем може допомогти щільний облягаючий одяг. Це має бути одежда з гладкою поверхністю, желательно світлою, щоб обнаружити кліща. Необхідно захистити голову. Опять же, головной убор, особенно шея, это вот можно капюшоном защищаться, чаще на шее клещи присасываются, ну или хотя бы какую-то фуражку или какую-то косынку, платок, опять же, светлого тона. Потрапивши на тело, клещ шукает зручне место для укусу. На пошуку иногда йде несколько годин. Тому, периодично оглядаючи один одного, вы сможете вчасно помітити непрошеного гостя. В местах скопления клещей, как правило, нужно осматривать кожные покровы, нужно осматривать одежду каждые 30 минут. Если в этой местности вы знаете клещей мало, ну, достаточно каждый час-два друг друга осматривать. Особенно детей, животных, то есть пока клещ мигрирует, его можно удалить свободно с одежды. Когда вы собираетесь непосредственно домой, опять же, перетрусить, пересмотреть все сумки, коврики, обсмотреть, придя домой, не заводя в дом животное, обсмотреть. И опять же, если обнаружили клеща, необходимо поместить его в банку с дезинфицирующим раствором. То есть сразу укус может не произойти, клеща может человек занести в жилище с одеждой, с животными, с предметами, которые человек брал на природу. Не зайвим буде на час прогулянки лісом або парком обробити відкриті ділянки тіла та одяг спеціальними репелентами проти кліщів. Для животных и для людей существуют такие препараты, и клещи тогда не цепляются, оно отпугивает, этот запах отпугивает клеща. И периодически, находясь на природе, периодически этими репеллентами опять же обрабатывать кожу. Но подбирать эти вещества необходимо только при учете индивидуальной переносимости. Инфекция від клещей передается людині безпосередньо під час укусу. Звісно, бывают и так звані чисті клещи, слині яких ніяких інфекцій не міститься. Проте не існує гарантії того, що паразит, який вас укусив, не є переносником захворювання. Отже, за допомогою краще звернутися до травмпункту, що в міськлікарні імені Леніна працює цілодобово, або ж до лікарів-хірургів за місце проживання. Проте видалити кліща з тіла можна і самотужки. Якщо кліщ ще не глибоко впився, можна спробувати приложити к участку, к поверхності, горизонтальної поверхності кольцо і залити його растительним маслом.
клещ от недостатка кислорода начинает потихоньку, постепенно выходить на поверхность. Можно аккуратно пинцетом покрутить его, прокрутить в против часовой стрелки. Но, как правило, этим заниматься доктора не рекомендуют. Почему? Потому что может человек оторвать брюшко от головки клеща, и тогда головка останется в коже, и придется удалять тогда вообще хирургическим путем. У будь-якому разі, навіть якщо вам з легкістю вдалося позбутися комахи, за консультативною допомогою слід звернутися до лікаря сімейної медицини, аби уникнути неприємних наслідків. Клещ переносит опасные инфекционные заболевания, поэтому доктор оценит ситуацию и назначит, возможно, профилактическое лечение, чтобы не было развития потом тех заболеваний, о которых мы говорили. Это может быть антибактериальная терапия, это может быть комплекс каких-то иммуностимулирующих препаратов, витаминов, противоаллергических препаратов. Отже, прогулюючись лісопарковою зоною весняно-літній період, будьте пильними та бережіть своє здоров'я.